Коко Шанель говорила, заботу о красоте нужно начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Если с первым все более-менее в порядке, то вот сейчас мы раскроем вам секреты, которые помогут выглядеть идеально. В Алматы во французском доме прошло мероприятие, приуроченное к приезду международного визажиста Сием Бинаиса. Мейкап-артист использует свои навыки для брендов класса люкс, а в ее копилке опыт работы со многими голливудскими звездами, такими как Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. Одна неделя парижской, миланской, нью-йоркской моды не проходит без ее участия. Именно сегодня во французском доме наши клиенты Герлен могут ознакомиться с новыми тенденциями макияжа, получить советы от профессионалов, а также получить хорошую скидку и комплименты от бренда Герлен. Любовь Сием к макияжу и творчеству началась с детства. Она окончила брюссельскую школу грима. После учебы и успешной карьеры в Бельгии и Ливане мейкап-артист возвращается во Францию. Она покоряет новые вершины и становится экспертом в области создания специальных эффектов в макияже. Для того, чтобы быть хорошим мейкап-артистом, нужно иметь эмпатию, чувствовать клиента, уметь совмещать все последние тренды и в то же время правильно применять их к модели ради наивысшего результата. Профессия визажиста максимально творческая и креативная. Нововведения появляются очень часто, что гарантирует постоянное развитие. Все это хорошо, но ведь должны же быть какие-нибудь подводные камни. На самом деле в работе визажиста практически нет минусов, потому что ты встречаешь много людей, ты постоянно в тренде, видишь какие-то новые возможности и применяешь их. Из минусов можно выделить только то, что ты не всегда можешь абстрагироваться и сделать тот макияж, который ты видишь на этом человеке. Поэтому ты должен следовать моде, инструкциям или тому, чего хочет человек на данный момент. Но все же плюсов больше, потому что ты делаешь людей счастливыми. Популярные тенденции, за которыми гонятся любители поиграть с косметикой, что же сейчас в моде? Сейчас два основных тренда в мейкапе. В первую очередь это нюдовый макияж, который плюс ко всему подчеркивает основные линии и черты лица. И контуринг, причем тут нужно выделить глаза и губы. Действительно, красота в простоте, и с классиком спорить не приходится. Естественный макияж как тенденция не исчерпывает себя. Так какие же средства необходимы для такого мейкапа? В первую очередь это, конечно же, основа. Нужно выровнять тон лица. Я рекомендую Lingerie Depot от Guerlain. У нее очень легкая текстура и тона делятся по категориям, что позволяет женщинам подобрать нужный оттенок. В то же время нужно выделять глаза. Делать это необходимо не сильно, можно просто тушью. Также выделить губы. Я предпочитаю использовать для этого блески. Девушки используют косметику, чтобы выглядеть привлекательнее и моложе, но существуют ошибки в макияже, которые могут дать обратный эффект. Что же чаще всего женщины делают не так? Основная ошибка – нанесение большого количества макияжа, слишком много контуринга, красок, одновременно сильно выделенные глаза и губы. За всем этим не видно естественной красоты. Возможно, так происходит из-за нехватки опыта, недостоверной информации или отсутствия советов со стороны специалистов. Блеск в глазах, любовь, идущая от сердца, стильная одежда и, конечно, правильно подобранный макияж – все это делает женщину красивой и желанной. И если что-то из этого не всегда зависит от вас, то с мейкапом наломать дров вы просто не имеете права. Поэтому мы узнали, в чем секрет. В первую очередь это зависит от ухода, который использует девушка, потому что уход за кожей – это основа всего. Но в то же время влияет стиль жизни, то есть нужно правильно питаться, хорошо спать, поддерживать себя в тонусе, и все это вкупе даст отличный результат. Теперь, применяя эти советы, можно выглядеть безупречно, но ваш идеальный образ всегда дополнит хороший аромат. Я хочу вам представить наш новый аромат от бренда Guerlain. Это называется Mon Guerlain, мой Guerlain, премьера которого состоялась 1 марта 2017 года. Этот поистине благородный состав компонентов, таких как французская лаванда, выращиваемая в экологически чистой области Прованса, кутает вас нежнейшим, благородным, воздушным, мягким шлейфом. Таитянская ваниль, ноты жасмина и австралийского сандала заставят биться не одно мужское сердце.